Сейчас 31 октября, мы пришли на Октябрьскую площадь. Время... Его день рождения. Сколько сейчас времени? Подожди. Мы вот видим чувака с каким-то зонтом, непонятно зачем. Как бы дождя нету. Да, можно. Давай. Нужно. Нужен. Надо обзор. И самое прикол, дождя нету, а у чувака зонт. То есть такой костюм, своеобраз, психоделический, без дождя. Жень, ну помолчи, ну. Куда смотреть? Все. Кажется, что я валяюсь. Причем вот так же, как в последний раз был. Ой, а что это? Я вижу, что они есть. Ой, может, для них я отдыхаю. Так, смотрите. Сидит Кунзи. Ну, а кто Кунзи увидит? А, будет там какая-то сюрприз. Да, ну, да, все, отлично. Построиться в линию! Я углу, командир пехоты Изенгарда. Здесь командую я. Построиться бульдобельмастой. Ой, мне так нравится. Короче, стоим на Октябрьской площади, подошли какие-то невменяемые чуваки. Ржут. Видно, обкурились, либо еще какая-то наркота. Ну, еще я смотрел по телеку и... А, это дети. Блядь, точно, это дети. Вот обрати внимание, гей-культура пробралась и в нашу маленькую Беларусь. Ой, а сфотографируйся меня с телефона. Мы затрагиваться не будем. Это ваши дети? Он снимает. Так вот, что я хотел сказать. Давай. Не, я обзор, вы тусуетесь, вы для массовки. А где вы хотите с нами? О, я хочу с Новиком. Давайте фотку. Настя, достань фотку. Давайте. Давайте, встаньте. Подожди. Я ваш папа. Властелин колец. Так вот, о чем это я? Можно сфотаться? Да, давайте. Вы меня? Стой. Так вот, молодежь, она обдолбалась, видно, вот этим, новым спайсом. Давайте. Вы меня поцелуете? Все? Ну, не, можно ну я? Что это такое? Вы будете целовать или фоткать? Фоткать. И? И фоткать. А можно я сдержу? Наталья, надо тебе сумку отдавать. У меня руки колотятся. А, у меня все. А, ну все, можно. Все нормально. Вот. Ну, пойдемте дальше. А можно мне еще? Да, давайте. О, рыженькая. Блин, а как это? А, дайте секунду. Чего? Страшно, чисто. Но... Ну, в душе-то я красивый. Вот так. А можно вот сюда с ним? Ой, а, вот туда с ним. Еще с девушкой. Кофе. Где? Я здесь. О, все. Спасибо. То есть, психология. Куда дальше пойдет? Можно пойти, кстати, марксистский способ.